Приехали. Эзель, пожалуйста, выйди. Я? Я хочу побыть одна. Знаешь, сколько раз я прокручивала в голове этот разговор? Сколько раз представляла наш разговор? Я задавала тебе вопросы и сама отвечала на них. Знаешь, сколько раз я делала то, что должен был сделать ты? Ты знаешь это? Я приехала, чтобы поблагодарить тебя. Спасибо. Хорошо, что тебя не было рядом. Я много раз звала тебя. И каждый раз прощала. Я умоляла тебя. Как хорошо, что в те дни тебя не было рядом. Я очень ждала тебя. Везде и всегда я говорила себе: сейчас он придет. Сейчас он обнимет меня. Сейчас. 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 Как хорошо, что ты не пришел. Как хорошо, что тебя не было рядом. Сейчас я ничего не чувствую, потому что ты сейчас не моя семья. Папа. Пойдешь со мной? Куда едем? Что я потерял здесь, Камиль? Все ложь, все игра. У меня есть семья. Рамис тоже считается твоей семьей? Нет. В том-то и дело, что нет. Поехали к моему отцу, Камиль. Пока не поздно. Знаешь, сколько раз я прокручивала в голове этот разговор? Нет. Я приехала, чтобы поблагодарить тебя. Не переживай. Я много раз звала тебя. Я умоляла тебя. Хорошо. Хорошо, что ты... Хорошо, что тебя не было рядом. Я рядом, родная. Теперь я рядом, дочка. Дочка. Почему тебя не было рядом? Теперь я рядом, доченька. Теперь я рядом. Не называй меня дочерью! Не называй меня дочерью! Азад, дочка! Дочка! Азад! Азад, дочка! Ты не можешь уйти! Не можешь! Ты так думаешь, да? А я смогу!
Азар, дочка, не уходи, они убьют тебя. Они тебя убьют. Ты сожалеешь? Еще как, дочка. Еще как сожалею. Прекрасно.